они правду говорят всегда, безусловно, безукоризненную правду, к сожалению, вместе с Путиным, насчет того, что они думают, что они собираются делать, и как они это собираются делать. То есть, если есть среди нас дебилы, которые говорят, что вот это Алиев он врет, вот это Эрдоган он врет, вот Путин политическое какое-то заявление сделал для внутренней аудитории, для внешней аудитории. Это идиоты. Люди, которые так говорят. Нет. Эти главы государств в таких вопросах говорят только и только правду. И нужно к ним относиться с большой серьезностью. Наша проблема, одна из наших проблем в том, что мы как дебилы снимали мультфильмы, там показывая Алиева или азербайджанцев, знаете, в роли кого. Вот эти мультфильмы «Кильдым» и так далее. Это огромный идиотизм был со стороны армян. Потому что мы затупили, отупили в себе чувство реальности. Мы проявили самовлюбленность и самоуверенность в то время, когда враг заслуживал очень серьезного внимания и очень серьезного отношения к себе. И мы очень сильно недооценили врагов. Я лично так не делал. И, кстати, наша политическая сила тоже, даже до официального формирования в нынешнем виде, тоже этого не делала. Но весь остальной народ делал. И сейчас мы продолжаем несерьезно относиться к заявлениям и Эрдогана, и Алиева, и Путина, или обманываем нас самих, что вроде, ну, говорят, но так не будет, или авось пронесет. Нет, не пронесет. То, что они говорят, они сделают. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.